Каспийск отметил праздник весны и труда на главной площади города. С самого утра тут развернулись творческие площадки. Посмотреть концерт и насладиться праздником решили не только каспичане, но и жители других городов. Началась праздничная программа с открытия тематических выставок и мастер-классов. На территории площади развернулись свои творческие уголки общественной организации Каспийска и некоторые районы республики. Сегодня мы представляем площадку Дома детского творчества, работы детей, работы наших педагогов. Также проводим мастер-классы тематические. Основная цель тематических площадок – это ознакомить жителей и гостей города с разными видами промыслов. Здесь каспичане могут научиться ковроткачеству, вязанию, технике создания глиняных изделий и многое другое. Пока взрослые проходят мастер-классы и учатся чему-то новому, их дети также не сидят на месте. Кто-то играет в настольный теннис, в шахматы, а совсем маленькие малыши рисуют и делают тематические подделки. Сегодня мы проводим мастер-класс «Дагестанские джурапки». Это очень интересная тема, их можно очень интересно обыграть. Вот здесь со мной как раз вы видите работы ребят вышитые, а здесь ребята делают аппликацию у нас. А также наш город посетили именитые мастера с районов Дагестана, которые ознакомили каспичан с процессом создания всеми известных медных кувшинов и научили правильно унцукульской высечке. Здесь специальное отверстие на проволоке. Просто сучковый катается. Кроме того, сегодня горожане узнали побольше об истории нашего города. В этом им помогли представители централизованной библиотеки имени Фазу Алиевой. Они собрали эксклюзивный материал о героях Каспийска, а также презентовали книги, оставшиеся в единичных экземплярах, и многое другое. Это гордость наша. Это лицо Дагестана, понимаете, в мировом масштабе. Не то, что в масштабе бывшего Советского Союза, нынешней России. Это они прославили нас на весь мир, потому что хороший слесар, хороший техник, хороший инженер – это многое что значит. Они что-то новое приобретают, что-то новое строят. Открылось торжество концертной программы с участием именитых артистов со всей республики. Почетными гостями мероприятия стали глава города Каспийска Борис Гонцов, председатель собрания депутатов Абдул-Вахид Джаватов, генерал-майор, почетный гражданин Каспийска Герман Кириленко и многие другие. Разрешите поздравить всех с праздником весны, труда, здоровья. Начало жизни. Весна – это олицетворение, освежение после зимней спячки. И сегодня мы празднуем этот знаменательный день. Вскоре глава города наградил почетными грамотами некоторых каспичан за проделанный труд в своей работе, которые внесли свой вклад в развитие города. Присоединился к поздравлениям также председатель собрания депутатов города Каспийска Абдул-Вахид Джаватов. Я хочу вам пожелать свершения ваших желаний, что ваши мечты сбылись, чтобы ваш труд, он приносил пользу вам, вашим семьям, нашему городу, чтобы наш город всегда процветал. Желаю вам крепкого здоровья, силы духа и свершения всех ваших планов и идей. С праздником, дорогие каспичане! Помимо этого, на сцене выступил солист Дагестанской государственной филармонии Денис Федоренко. А также наш город с творческими номерами посетили и артисты из Санкт-Петербурга и Хабаровска. Каспийск, наш город родной, твои берега благословенны. Отметим, что в перерывах между концертными номерами жители могли отведать полевую кухню, насладиться горячим чаем и подкрепиться солдатской кашей.